Эта земля освящена многими христианами, которые свидетельствовали о Господе, распятом и воскресшем. Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа вместе с гостями епархии посетил Самарканд. В сослужении митрополита Калужского и Боровского Климента и епископа Душанбинского и Таджикистанского Петерима владыка Викентий совершил божественную литургию в Свято-Алексеевском соборе. Всегда долгожданных гостей приветствуют на самаркандской земле. Визит в этот край председателя издательского совета Русской церкви митрополита Климента совпал с началом проведения в Ташкенте международной книжной выставки форума «Радость слова». Владыка этой программы хочет нас ввести в любовь к книге и к чтению духовной литературы. Литературы, то великое богатство премудрости Божьей, которое Господь дал нам в книге Святой Библии. В своем ответном приветственном слове председатель издательского совета митрополит Климент передал православным верующим Самарканда пасхальное приветствие святейшего патриарха Кирилла, подчеркнув, что предстоятель помнит и о православных общинах республики, и о тех трудах, которые были положены здесь по сохранению православия и его возрождению. Также архипастырь говорил с жителями Самарканда о значении книг и чтения в нашей жизни. Книга имеет очень важное значение для человека. Кто бы мы были без книги? Господь сотворил человека так, что он имеет способность не только пользоваться тем, что его окружает, но накапливать знания, передавать эти знания из поколения в поколение. Библия – это самая популярная книга. Затем гостям была представлена небольшая пасхальная театрализованная постановка, в которой приняли участие дети прихожан Свято-Алексеевского собора. А после гости отправились осматривать достопримечательности Самарканда, гробницу пророка Даниила и обсерваторию Мирзо-Угулбека. Перед отъездом из Самарканда митрополит Викентий, митрополит Климент и епископ Петерим совершили вечернее богослужение в Свято-Георгиевском храме. Я хотел бы передать благословение святейшему патриарху Кириллу. По его благословению я прибыл сюда. Пожелать всем вам, чтобы эта радость Пасхи никогда не кончалась в нашем сердце. По окончании службы архипастыри приветствовали народ пасхальным «Христос воскресе» и поблагодарили всех православных верующих Самарканда за радость совместной молитвы.